Как сохранить молодость? Продукты, позволяющие сохранить молодость. Для того, чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы, необходимо придерживаться совершенно несложных правил в питании. Вот некоторые напитки, которые позволят сохранить красоту, молодость и здоровье на многие годы. Козье или овечье молоко. По содержанию кобальта козье молоко превосходит коровье в 6 раз, а кобальт входит в состав витамина В12, который контролирует обменные процессы и отвечает за кровотворение. Молоко богато калием. Он, в свою очередь, играет огромную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Также в этом молоке много минеральных веществ, микроэлементов и витаминов, гораздо больше, чем в коровьем. Белки козьего молока легче усваиваются. Отвары трав. Запарьте накануне такие травы, как барбарис и тимьян, и пейте на работе в холодном виде. Такой напиток заряжает энергией и бодростью на целый день. Хорошо тонизирует, хорошо влияет на цвет лица, убирает отечность вокруг глаз. Употребляется этот отвар также при заболевании легких, желудка, слизистой полости рта и горла, при лечении открытых ран. Вот некоторые продукты, которые помогут сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы. Продолжение смотрите в следующем ролике. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.